Да. Все, понял. Разберемся. Так. Все выяснил. Анжелика с города Уфа. Я тут про тебя данные, короче, собрал. Ты что-то борщишь, я смотрю, конкретно. Я узнал, что ты работаешь в компании Expert Center. Ты там руководитель группы продаж. Послушай, ты конкретный конкурент для меня, ты понимаешь? Ты много, короче, где перешла мне дорогу. Ты тормози уже. Мне тоже надо хлеб зарабатывать, понимаешь? Ты там тендером помогаешь, там тут выиграть, короче. Мне хотя бы вот такой кусочек оставь. Хотя бы там на женские колготки что-нибудь продажу. Для меня оставь. Я же тоже должен домой там детям что-то приносить. Я здесь еще узнал, что ты так. Угу, пожалуйста. Кайтак строит, партнер Юг. Техноконтроль Юг строит. Ты им всем помогла тендер выиграть. Ты знаешь, что это мои личные были друзья. Теперь они не друзья. Теперь они мои конкуренты, понимаешь? В общем, даю тебе неделю. Не неделю, 3 часа даю. Что ты чутко в голове разобралась все свои моменты. Пока я не выехал, да, в твою сторону. Ты же не хочешь у меня на ферме работать, там, корову доить туда-сюда, поэтому угомонись. Мотивастар. Делаем людей счастливее.